Всем приветики. У меня веб-камера, вот она, перестала вдруг работать. Здесь вот должно показываться изображение, но идет белый экран, и по нему бегут полосы. Оказывается, что веб-камера из-за того, что постоянно работает, нагревается, и плата, которая припаяна, сам объектив, объектив, в общем, от платы, от нагревания, он там плохо припаян. И когда оно нагревается, оно слегка отсоединяется, и получается такая вот штука. Чтобы это исправить, нужно просто нажать на нее. То есть мы нажимаем, вот, поджимаем. Вот. Вот и все. Хай. Как там вебку махнуть? Хай. Вот. Я просто нажал на нее, как бы. Вот она вебка. Вот она вебка. Я просто нажал на нее. Как бы просто прижал два пальца, ну, то есть зажал двумя пальцами спереди и сзади, и она зажалась. Вот. Получается так вот. Такие дела. Вот. Но со временем, то есть это поможет, но ненадолго. Со временем будет то же самое. Чтобы это прошло, что нужно сделать? Вот, все, опять 25, опять нажимаем. И опять заработало. То есть, вот, и опять перестало. Опять нажимаем. Короче, что нужно сделать, чтобы вебка заработала? Нужно разобрать ее, вебку. Это на вебка. Ее нужно разобрать. И подложить бумажку какую-то. Либо сзади, чтобы она давила, либо спереди. А лучше и туда, и сюда, наверное, чтобы со всех сторон давила и зажимала. Потому что... О, уже что-то и заработало. Вот сдавливаешь пальцами, работает. Короче, из-за плохой пайки и от времени, со временем, оно, из-за того, что плохо припаяно, от нагрева постепенно отваливается. Вот такие дела. То есть все довольно-таки просто. Вот он, мой рабочий стол. Короче, все просто. Перестает работать из-за того, что перегревается. Такие вот дела. Перегревается и отваливается веб-камера от платы. Вот я ее сейчас пальцами держу, ну, то есть сдавлено. Все, картинка не пропадает. Сейчас вот отпусти. Отпусти, и она со временем потихонечку опять контакты отойдут и перестанет работать. То есть, другими словами, нужно ее разбирать. Вот, как-то так. Такое вот решение проблемы может быть. Нужно просто поджать ее. Ну, либо если вы умеете паять, ну, разберите, припаяйте нормально плату. Я не умею. Не, я умею, но там как бы плата... Ну, там слишком серьезная пайка нужна. То есть не просто паяльником, а как бы специальным прибором. У меня такого даже нету. Поэтому, ну вот, она уже начинает слегка отсоединяться, и картинка такая белеет. Когда полностью отсоединится, вообще полностью белая станет. Видно, наушник такой. О, сейчас уже где-то нормально поймался контактик. Вот, в общем, нужно просто разобрать и подпереть ее, чтобы она была хорошо, веб-камера прижата к плате. Ну, на этом все. Всем покедово.